клуб, отель в Тунисе, где мы 10 дней будем жить. Der Ort heißt Hammam. Wissen Sie, was Hammam ist? Hammam da drüben, das sind die blauen Türen. In der Türkei gibt es auch viele, viele Hammam, also türkische Bad. Sauna, Bad, Sauna. Gibt es erster Raum, zweiter und dritter. Erster, zweiter, beten gehen, dann müssen wir vor uns waschen. Beten fünfmal täglich und jedes Mal drei, vier Minuten. Was auf Freitag? Aber nicht halbe Stunde. Okay. Gibt es eine schöne Stadt in Tunis, außerhalb Tunis, heißt Sidi Bou Zaid. Blau ist hier und weiß ist Tunis. Verstehen Sie alle dort? Und wir haben die das hier mit einer Pfanne. Und das hatten die, die Brosche hatten die damit das. Ja, was Sie das selbst mit Öl nehmen, denken Sie daraus ein Motiv aus. Dann machst du einfach ein paar Sachen und gleich das. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh,
Jacke. Falle mir auf. Bleiben wir so stehen. Keine letzte Motive. Ja. Kleine Ort, kleine Maske. Nun fallen die Schlüpfe unter die Gemarkthalle. Рыбный базар. Рыбный базар. Так, интересно. Ну вот это, наверное, фабрики. Wir einer dieselbe, aber in grün. Wir bestehen auch, Madame. Ne? Oder wir entrieren da diese Wolle, Berber, Muster auch. Berber mit Muster, Berber, Uni, modern, so was. Kann man auch bestellen, quadratypisch, rund. Herzlich willkommen an unser kleiner Ort, hier heißt Hammam Sus. Das ist die schöne Auswahl von guten Teppichen, die handgeknüpft in reiner Lammwolle. 4 bis 5.000 Euro, hier 1.300 Euro mit Transport komplett. Und kriegen Sie noch extra 10% Rabatt. April, Mai, June, July, August, Full Booking Hotel. Die Firma macht 10-15%. Jetzt die Preise, Madame, sind ungefähr um 30%. Wir haben noch kleinere Bedroom. Stilwurstel, ja? Zwei Stück. Kleinere Maße auf erster Qualität, ja? Small. Klein, aber fein.
наш отель. Нам даже идти не надо туда. Проход к морю через бунгало. Такие вот бунгало здесь. Основной корпус. Жасмин растет. Еще красивый пальчик. Смотри, какая высокая. И финики, но только не спел. Зеленый. Белый песочек, Средиземное море. Тунис, Средиземное море, композитор Татьяна Смирнова на отдыхе. Гольф-площадки. Луга. Восьминог. Восьминог? Да. Восьминожек бедненький. Порт Эль-Кантария. Как это называется? Порт? Порт Эль-Кантау. Кантау? Кантауи. Кантауи. Порт Эль-Кантауи. Сегодня какое число? 28 октября. Октября 2006 год. One shot. Ты глаза закрыла. Дуже по всем странам до Испании. Тоже, конечно, интересно лучше. Но утомительно 20 дней.
Die Kleine? Die hier? Ja. Die kostet 15. So, ja? Sehr, sehr willkommen. Дорого. Не дорого, мадам, не дорого. 60 динар. Oh, I give you das, sir. Das, das. Два динара, баски динара. Да, это не гуль. Это машина. Это ручная, да. Это handwork. Сколько будет прайс? Ин доллар? Я в доллар или динар? Все. Доллар. 20 долларов. Я думаю, на камеру мы встанем. На камеру? Пойдем. Все. Ты двумя руками держи. Это пятизвездный. А, Эль-Кантау. Куда идет? Вольфсбург. Все опускаются.
половины вот эти крыши. Да. Это барба, да. Так. Тунисские коты. Разговорчивые. Наверное. Иди посмотри на эту картину. Ну, интересно. Ничего себе. Вот это да. Ничего не видит и не слышит. Ничего не замечает он. Он поет листвы купа в болотных, паутинку, белку и зарю. Ну что? Он тот сказал вот так. Сус, старый город Медина. Закрыла, теперь а ты мне. Вторая часть. Ай, one dinar, а? This is like silver. No silver. We're correct, correct. Они малютки совсем. Ух ты. Нормально. Ну ты очень высокий. Одна штука, да. Вот это, ну? Таня. Медина. Это тоня.
Такой типа шубы. Я не представляю, что это такое. Да нет. Он Альфа такая, посмотри. Альфа, видишь, с головой. А, поставь. Доллар, динар. Ну, как там, ну, там да. Да, точно такое. How much? Сколько? Таки? Да. Окей. Ковровая фабрика. Красиво. Посмотрите. Шумит Медина торговыми рядами. Пойдем на второй. Видишь, какие. Какое разнообразие сувениров. Здесь вообще никого нет. Ну, здесь кальяны и вот эти шкатулочки. Работа. Работа потрясающая. Все, про работу. А сколько у тебя долларов есть? Ну, там по 100. Нет, нам нужно на стол. На стол? На столе. Субтитры
Только что купили. Сколько? Сколько у них? 35 долларов. Это 25 динар. А, 25 динар. Но это кожа тоже? Да, кожа. Кожа. Сус. Дина. Куда? Я его положила, не помню. По-моему, к тебе. Пиратские шхуны. Суси. А? Там мат. Закоулки Суса на море. Набережная Суса. На таких паровозиках порт Алькантара. Да. Да, потому что в один конец. Смотри. Лук. Лук. Thank you.
Now, hello, sister. How much this one? 3 months. 20 dinars. I said... Bonjour, madame. Для них это не жара. Подожди, еще. Я вот такой крупным планом. Осторожно. А, все помещается, не знаю. Вот те, которые съездили в Сахару, увидели настоящего уже хорошо сохраненного, так сказать, амфитеатра. Тут увидят они вон там, это второго амфитеатра, который был в Тунисе или в Карпатии, нет? И разница между этими двумя амфитеатрами, которые находятся на нашей территории, то, что вот в этом амфитеатре, фундамент которого мы увидим сейчас, как приедем в Тунис, вы увидите практически в каком виде арена была на самом деле, и в том же амфитеатре, который вы видели, и практически во всех амфитеатрах, которые находятся по всей бывшей территории Римской империи. И представьте себе, это для маленьких планет с такими большими зерами, допустим, у нас и нефть есть, но не так уж много, у нас и даже миллионы, во-первых, институтов, и школам и так далее, нужно для этого разрешить деньги. И страна, на самом деле, и продолжается осуществлять, конечно, такой возможности. Оно есть и до сих пор, поскольку даже среди детей, которые достигли 6 лет, 99% этих детей уже ходят в школу. Ставим даже в далеких местах, которые на нашей территории. Ну и вот, я говорю, в течение двух первых сроков. Все шло на самом деле очень хорошо. Народ нам же добивают у нас свинец. И вот я говорю, что произвела она очень хорошее впечатление у правителя. И она решила воспользоваться этим моментом. Во-первых, она искала в течение 7 лет, когда у нее были очень многие автомобили, всегда искала место, где бы оставить своего народа и якобы там для них создавать какую-то территорию, в которой они могли бы жить на самом деле без никаких проблем. И тогда она попросила народу, самые такие места, которые всегда вы подбирали для строения своих городов, это как раз были на вершине холма, чтобы оттуда было видно, что все движение морское, и чтобы оттуда на самом деле было легче защитить. Но приехали те, которые приехали до них на эту территорию.
Но у этого Аминкара был сын, которого называли Ганнибалом. После окончания первой пунической войны Аминкара убили римляне, и Ганнибалу было тогда 11 лет, когда он значит, пришел в главный храм главного бога у карфагенцев, бог Африки, называли его таким образом, его звали Бал-Хамон, и этот Ганнибал дал клятву о том, что он будет сохранить свою жизнь для уничтожения любого римляна, где он бы не был. И на самом деле он четко сдерживал свою службу. Вот сразу после окончания Первой Пунической войны Балтийское море, Средиземное море было закрыто для карфагенцев. И поэтому карфагенцы уже начали стараться кое-как до Гвинейского залива. Там же он как раз контролировал дороги золота, дороги с Гибралтара, что он решил насладиться богатством этой территории сам и не давать карфагенцам ничего, как будто ушел от карфагенского власти. И таким образом он решил поехать ему преподать урок. И для этого он с собой собрал где-то 125 тысяч значит, жителей, солдатов, среди них Алтара, которого называли тогда ворота Геркулеса. Ворота Геркулеса. И там же как раз он практически закончен. И это на самом деле очень так называемый такой акт нечеловеческий. Ну, это был очень трезвый генерал, но у него были какие-то подходы, которые стали историей просто о них рассказать, а такие очень страшные на самом деле подходы. Ну, проехал Альпах, это ему занимало около 4 лет, до 3 музыкальный телефон. Вот, я говорю, что он совершал. И завоевать какие-то места, чтобы оттуда можно потом сильнее напасть на Рим, чтобы не было никаких, надо себя убивать. И поэтому он убежал из страны, ему надоело там быть. И говорят, что поехал в сторону Турции. Там говорят, что у него генерал, который является его другом. И в конце концов, как настоящий военный, как настоящий армеец, он не сидел без военных действий и говорят, что даже воевал в старую Армению. И однажды его предали, поймали римляне, и по дороге в Рим, на территории Греции, и покончил с собой самоубийством. Вот центральная улица Туниса слева, мы туда потом и приедем, после Эдрита. И вот это был, на самом деле, печальный тоже конец второго такого очень известного, легендарного человека с этого периода, который покончил с собой самоубийством. Но в это время карфагенцы продолжали давать налоги, но сам Масинисса, который помог римляне завоевать Карфагена или, скажем, побеждать Ганнибала, хотел реорганизовать нашу территорию, хотел иметь власть над всех берберов и над карфагенцев и создавать с города Карфагена столицу новой территории. И этот факт не понравился римляне, есть сенатор среди римляне, который всегда говорил, что указывает, что в составе строения как раз были дело много дерева. И когда мы приедем на Постмодерцию, я вам покажу, что в стене были, что оставили самые интереснейшие города, которые сохранились с римского периода. Это город Дука, один из самых лучших сохранившихся города на территории Африки из римского периода. И римляне на самом деле создавали новую структуру, новую архитектуру, особенно создавали очень когда мы идем на холм на Бирса. И там же как раз вы увидите очень многие предметы, где на каждое. И вы увидите наверху там очень многие такие ямы, это на самом деле для воздуха. И кроме вот этого еще вы будете заметить, на какой на самом деле как диаметр или там радиус вот этих полукубических таких емкостей. И вы представьте себе, сколько на самом деле кубических метров снабжало.
Давайте, если хотите, выходим и фотографируйте, кому захочется. Ведут римские. Римские ведут. Ну, я умудрился три раза туда завести, естественно, народу, летом, когда еще не сделали один час назад. И после трех заходов, работы к лицу уже нет. А я хотел четвертого раза проходить. Видимо, я увидел издалека, там кто-то, может быть, стоял с ружьем или что-то. Наверное, хотел... Слушай, мы отправляемся отсюда вместе с Дятином. Хорошо? Вот теперь сейчас. Я тебе побольше поменьше, не проблема. Там же пойдешь? Жди вовремя. Идемте за мной, пока тут не остановитесь. Да, после того, как вы совершаете вашу прогулку, вы сможете уже... Ты кроссовки? Что это за город? Сидье Бусаи. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry dzenia. Ай, какие маски. Надо будет маску взять. А я, где? Что-то у них везде этот кубинец. Здесь тоже полно. Снимать нельзя. Не бывает плохие мужчины. Там написано. Мы должны выйти. Мы тут куда поднимаемся. Так, автобус там стоит, да? На стоянке. Я ничего не имею другого. Зачем? Те, которые пойдут со мной, потом, когда выйдут, едут отсюда, пойдут дальше вот прямо туда, только с этой улицы, эта улица поворачивается направо. Алло, айфотографии, задарм, задарм. Пока вы можете здесь, я покажу всех. Да. Ночи, там 3 часа ночи, 3 часа ночи, они могли бы сюда прийти и отдохнуть, ждать, когда уже зайдут. И люди, которые приходили днем, вот здесь как раз и подождали. Но после этого уже потом все этого судья стали жить в этом городе, в том числе и хозяин дома, который покупали сейчас билеты, и на самом деле еще ужин. Они все мальчики. Вы будете арки, которые вот решили у всех профессиональных домах. Черно-белые полоски даже были уровень, но не раньше. И это как-то помогает. Когда строили, они полукруглые были. Внизу прямо, или квадратные, или кругленькие. И таким образом они насладились свежестью внутри дома. И это то, что приносили вот эти как раз знаки.
значит, заметите решетки, которые внутри дома, вы видите даже внутри комнаты. Это не боясь на самом деле валов и так далее, а это просто такое украшение, такой стиль, такая как раз архитектура. То, что вы видите здесь, видите, это есть жасмин. Жасмин. А то, что вы видите здесь, это дерево окна. Это есть дерево окна. Вот из этих листиков набрасывали дерево окна. Сушили их, и потом помолотили, получилось пудра. Для чего вот это окна, потом, когда проходим, увидим местечко, где вот эти обряды, я вам расскажу об этом. Так, идем дальше. Трава, это дерево целое. Вот эта лампочка никогда ее не найдешь в мечетах, а найдешь их в мусульманских храмах, в еврейских храмах и в некоторых храмах у некоторых кланов из христианства, особенно ортодоксии и так далее. Сейчас вы обойдете в дом. Так, еще идем туда. Так, посмотрим здесь справа, с вашей правой. Это на самом деле хозяин того дома. Вот его фотография. Вот то, что вы видите, да, его фотография. Да. И то, что на нем одето, это как раз эти одежды называются по-нашему жопа. Жопа. Называется. Она для богатых людей зимой, летом она еще чистая. И для богатых зимой она из шерста, из листья кокона, которого привозили из Египта и так далее. Нету, но у нас есть шерсть тоже много. И вот то, что на голове, головной убор называется шишир по-нашему. Это чисто тунисский головной убор, который делают из, значит, которого делают из шерсти баранины. И вот это чистое красное вот такого убора, это чисто тунисский. Вы, наверное, заметили, у турков, у египтянцев и у марокканцев есть такая длинная, истамбульская называется, кепочка или истамбульская, такой головной убор. А в Тунисе чисто вот такого того сделали, потом алжирцы стали тоже этого делать. И в Ливии, вот в этих трех странах, делают, простите, вот этого вида головного убора. Вы видите, очень многие здесь на самом деле приборы из различных веков, различных времен, и декоративные и так далее. И это его как раз бюро. Но его бюро не было здесь, был здесь только днем, когда принимали на самом деле люди. А так у него бюро еще настольный надпись, ну, настольный такой, или стол бюро, такого находится на бюро. А что это выглядит? А? Это статуя из Корана. Надпись из Корана. То, что вы видите здесь слева, две наряды. Вот то, что слева прямо, это бердельский наряд, вот это наряд деревни. Это на самом деле, которые были в городах в 19 веках, в 18 веках, и даже в начале 20 века. И здесь как раз видите инструмент, который прямо на углу, называется уд. Это десятиструнный инструмент, десятиструнная чистая арабская гитара. И женщинам на самом деле было не дозволено как якобы идти собираться с мужьями, ну не с мужчинами, поскольку в этом доме, когда жил, допустим, отец, у него сыновей вырастает и получает, допустим, все жены, все братья своих, скажем, мужчин. Поэтому на них специальные комнаты женские, как скажем, гарем. Но там же они, чтобы развлекаться, могли бы использовать этого инструмента, и вот там вот, это называется тар. Может, по пояс? Это вот тач. И это из кожи как раз козы, из кожи баранина, делают вот эти инструменты и таким образом развлекаются. Так, дальше слева свадебные наряды. Видите, что даже некоторые из них современные якобы. На самом деле и в 17-18 веках использовали такие одежды, но когда одевала, когда она одевала вот такого наряда, она не сидела, она сидела только в женском коллективе.
А потом, когда она выходила, она одевала там сверху, чтобы погребать все. И таким образом она пошла к своему мужу. Ну вот что интересного, видите, разные типы. Вот то, что вы видите здесь слева, это не чисто свадебный наряд, а этого наряда одевают обычно невесты один день до свадьбы. Каждый более свои там обычаи, но в основном склонится все к одному празднику до, имеется в виду брачной ночи, до, допустим, настоящей свадьбы, называется день спущения. Это день спущения, как будто она спускается из уровня там, своей семьи, где убалова и так далее, и она приходит уже в семье своей свекрови, в семье уже своего мужа, где там на самом деле, может быть, и будут любить, но не так, как, естественно, любили ее родители. И вот то, что вы видите, вот два вида костюма. В одном из них, на самом деле, очень многие были драгоценные камни, которые могла быть, на самом деле, стоить целое состояние, и которые можно было по наследству взять с одной поколения в другую. И такие наряды особенно могли бы весить до 20 килограммов. Представьте себе, свадьба у нас там не дорогостоящая. А чтобы... Бывает так, что доходит сам жених до свадьбы со многими долгами. И известно это камин. То, что вы видите здесь, это камин, а? Да. Проходим, идем не мешать, посмотрим там, что есть, вот здесь, посмотрим, что там есть. Сейчас о нем вам расскажу, как все придут. Значит, повторяю, для тех, которые не видели, это камин. Один из видов средства для отопления дома. И вот подходим сюда и посмотрим, что здесь есть. Значит, то, что здесь якобы изображено. Свадьба, в общем, у нас продолжается практически неделю. Первый день недели обычно расписывается. Но пока они не сделали свадьбу и не сделали все традиции якобы этой свадьбы, пока они, у них не получается новобрачные ночи. Поэтому новобрачные ночи особенно в день свадьбы проходят. Вот три дня до свадьбы. Приходит охранник, собирает невесты и девичник, как вот такое окружение, подруги и так далее, и начинает ей заниматься. В первый день она очищает ее, убирает всякие волосы, так далее, извините за подробности. Да? И во второй день возит ее в хамам, в турецкую баню. В эту турецкую баню она якобы делает распрощательные такие процедуры, вымывание тела и так далее, с девичной жизнью. И третий день ей намазывают руки, ноги, хной. Сейчас наши невесты избегают на самом деле это намазание, якобы говорят, что некрасиво. Но хна очень полезна, вы знаете, для волос. Она и очень полезна тоже для кожи. Потому что если вы здороваетесь с женщиной, у которой руки намазаны хной, вы будете заметить, что руки теплее обычного. И таким образом, поскольку она становится уже невестой, становится уже жена сына, и живет она у своей свекрови, она фактически уже будет убирать дом. И чтобы избегать всяких трещин, болезней, которые могут получить кожу. Поднимаемся наверх, проходим через спальню, через гостиную, выйдем на кухню, там я расскажу вам о вкусе. И потом поднимаетесь на самом верху, оттуда будет для вас красивый панорамический вид на весь город, не только Сидимитсаида, и город Кумыш и так далее. Ну, клетка, которую вы видите, это клетка птичья, это чисто сидимусайдовская. А в этом хранилище, которое вы видите здесь, это в каждом практически арабском доме, и также было раньше у римлян, в каждом доме должен быть водохранилище, который собирал дождевую воду. И эту воду пили. И этот двор самый основной, на самом деле его использовали как место, чтобы женщины в открытом виде, как раз они были в своем доме, могли бы убирать дом и так далее, садиться солнцем и тому подобное. Но я могу один пример привести, потому что могли бы думать, какая это, зачем. Витражи маленькие.
Тоже 5 стоит духи. Тут 5, да? Тут 5. Вот это можно на персидский наложить. Да? Всегда существовали. И сейчас у нас мелкие воровства есть. Бывает. Вот. И что интересно, здесь стены на самом деле широкие. И поэтому, когда на улице очень жарко, то ощущается та свежесть или прохладность внутри этих помещений. Таким образом, они боролись против, потому что у них не было ни климатизации, ничего. Хотя бы ремень до них изобрели климатизационные системы. То, что вентиляционные. На самом деле, мы увидели печеная, как будто из керамики почти, не из керамики, а из кирпича, делают вот такие, как водопроводы. И на самом деле, вот в этом этаже вы ощутите даже на самом деле, что там прохладность. Это хотя бы эти, климатизационные каналы практически были разрушены. Но все равно чувствуется этот прохладность. И вот я говорю, что из-за широких стен это помогает людей ощутить фаталистские дома, когда съездили в Сахару. Там как раз длинные фаталистские домики и ощущаться на самом деле. Жизнь.
не фасоль и так далее, были горошки, такие, желтоватые. Да. Вот. И таким образом, каждый раз, когда вот применение или последнее затопление, значит, сначала делать водой несколько раз, потом на пару где-то 2 часа, потом сушить на улице. Тыкву можно использовать, кабачки, разные на самом деле виды, бобы, там, вот, это, вот эти нути обязательно, особенно когда мясо, и самый лучший на самом деле, когда с бараниной, уже будет на самом деле очень вкусно. И все это аккуратно положим, и приятного аппетита всем. Смотрите, вижу, что там просто. Вот таким образом у нас как раз приготовляется вкусно. Но для начала, как дома, вам понравится на самом деле? Красиво. И сейчас... Я покажу, но надо ставить себе место. Нарушаете все жизни. Так, кто из теплицы, наверное, он не вот с той стороны вы видите Тунисское озеро, вот и сам Тунис. С этой стороны уже видно, видите, как порог такой интересный, что там море. Это следующий мир. И выход у нас как раз будет отсюда. Спускаемся вниз. Прямо после... Проходим через дверь, чтобы догнать других. Слева идет. А чтобы идти обратно к автобусу, направо. Вернемся, потом пойдем по путям. В общем, у нас остается 20 минут, но я вам дам 30 минут. До, значит, в 11 ровно мы отправляемся. Хорошо? Вам дает минут 7 дойти до туда и 10 обратно. Так, погуляемся, я вас встречу у автобуса. Всем слышно было, да? Давай теперь едем. Теперь там на корабль посмотрим. Сейчас. Как там вниз? Получилось? А вон паром. Это не паром. Это круизный лайнер. А, на видео? Ну, сейчас, подожди. Дождь идет, начинает. Смотри. Идете? Конечно, нет. Ну, посмотри, цветы. Ну, ты просто без меня. Понятно. Какие грозди. Смотри. Давай. Так, где вы нам разменить? Возьми. Плюс время до 11. Посмотри на часы. Даже там 15 минут. 15 минут. Ну что, довольна, что так ходила? Я довольна, но нет проблем. Никаких проблем нет, ничего не проблем. Знаю. В обед будет, нет. Так, ну это дети еще далеко. Если бы они не пошли, то автобус.
Так, ты отдал. Поскольку оттуда все морское движение и даже все надземные движения было видно в отрезке этого холма. И там же был виден такого пунического квартала. Кроме вот этого из 6-го, из 5-го века до нашей эры, там же мы будем посетить музей Карфаген. Поэтому мы будем ходить вместе. Покажу вам местность и покажу вам еще этого пунического квартала. Покажу вам, значит, и музей. А потом уже будет, но не видно от него, она чуть ближе к морю, естественно. Вот вход к ней, пожалуйста, не сфотографировать, не сфотографировать. И говорю, что для начала это был дом для нашего, летний дом. Мы в Карфагене. Основание двух стен, и это есть та стена, которая окружила город Карфагена, она двойная, 54 километра. От этой, как скажем, 54-километровая стена двойная, от нее вытекает такая тоже двойная стена, которая разрезана, я говорю, это местечко на нескольких таких трех районов. Я вам покажу потом по фотографии, какая часть стена, как раз мы увидим. И вот отсюда видно два бассейна. Красивый кедр. Столетник цветет. Домики у Рима не потом, они практически были все каменные. Только храмы большие, они были с большими вот этими как раз ракушечными каменными. А карфагенцы свои домики также построили в этом стиле с большими каменными. И особенно обратите внимание, кроме вот допустим тех маленьких ям, как хранилище, которые там были, вы обратите внимание на большие, как скажем, подвальных таких помещений. Не только для воды, это было для сохранения пищи и так далее. Просто это что доказывает, во-первых? Это доказывает, что фундамент от этих домов, как здесь вы обратите, они почти глубокие идут. И стены, они на самом деле широкие, шире намного, чем тех стен, которые в римском периоде. И ширина этих стен доказывает, что здесь и фундамент, который был, доказывает, что здесь на самом деле были трех-четырехэтажные домики. Это имеется в виду основание для больших, как называется, таких заведений. И я говорю, что поскольку есть сведения о том, что город Карфаген горел практически в течение 6 дней в 146 году до нашей эры, это доказывает, что большинство или большая часть из этих домов, особенно второй, третий, четвертый этажа, они были как раз из первого. И таким образом практически 6 дней горит, будто есть. И вот на что вы обратите внимание. Обратите внимание, что почти после каждого дома есть такой водопровод, чтобы вывозить на улицу всякие, не то что
Красная краска, это то, что вот как видели там, скажем, камни. Нет. А вот то, что на самом деле покрашено, поскольку их почти как будто цементом припали, как говорится, и потом покрасили. Это остаток от той пурпура, который я вам показал с назад, который сделали из ракушек, из мидии, специальных таких, от которых отлично вот этот красный вид. После разрушения Карфагена, естественно, они не могли разрушить до конца до фундамента, а просто то, что смогли разрушить, потом засыпали это все, чем там было и песком, и соль, и так далее, чтобы ничего не выросло. И на основе вот этих базов или фундаментов построили римляне свои домики. И на самом деле вы обращаете внимание на этих емкости, которые были подвальные такие емкости, это не только для воды, а еще для пищи. И мы заметили в городе Киркуан, как я вам сказал, нашли там на самом деле собственные ванны, домашние, там даже есть места, где сидит, и умывальник, и так далее. На самом деле настолько это было прекрасно, и настолько это доказывает ту роскошь, которая была в этих домах. Сейчас мы вместе идем в музей. Thank you.
смотрите, что интересного, что, во-первых, колонны состоятся из частей. Вы на самом деле, когда на них смотрите, вот мраморные колонны, думаете, что это одна целость. Я даже сам, перед тем, как это все изучать и посмотреть, подумаю, что на самом деле одна целость, поскольку на них, когда смотришь, особенно мраморные. Когда на них смотришь, подумай, что, поскольку видишь, как будто они взяты с одного места. Потому что все совпадает, и эти рисунки и так далее. На самом деле эти кусочки их взяли с одного места, с одной карьеры, с одной места из этой карьеры, и вставляли их потом друг на друга. Каким образом? Если бы туда между ними вставляется, во-первых, там дырочка в каждый кусочек, чтобы в одном кусочке, в одной, с одной стороны дырка, с другой стороны как выходит такое, чтобы как вставлялось как шпилька. И что интересного, если, допустим, между этими двумя кусочками вставлять, допустим, известняк, или там гипс и так далее, будет на самом деле видно. Поэтому римляне изобрели очень интересного вида клея. Ну, этот клей сделали его из растений, там находится тоже вот такая смола. И кроме этого еще изготовили очень интересного вида клея. Этого клея изготовили из... пьяном, видите, даже видите по лицу, что он как будто постарел. Хотя бы он всегда в таком виде был. Потому что в пьяном всегда был. И то, что вы видите, это как раз до нашей эры все, да? То, что вы видите здесь, это ключи, какие были у них металлические, и гвоздики, которых вы видите, и стеклянные тоже кусочки. Вот здесь даже монетки изображены на них, и талит, изображены лошадь и так далее. Это как раз тоже из политического периода, потому что лошадь стала знак Карфагена. Вот дальше. Здесь есть еще и кустари. И в каком виде их потом выбирали, такие маленькие кусочки. Дальше уже идем. Учились в его веке, когда это уже разобрали. И в каждом этапе, что влияет, вы черные посуды, гречи, они повторяются практически во всех этапах. Значит, гречи были всегда связаны, поскольку гречицы на самом деле как официанты. И они всегда имели связь с греками и покупали и продавали ими у них. Вот перед вами, здесь образец на самом деле этого храма, где находится 2, 2, 2, 2, 2, и так далее. И вот внизу видите вот эти порты, которые были первая часть была для коммерческих. Вот эти склады, остаток от них нашли на самом деле, поэтому и могли это придумать. И здесь до сих пор остались рельсы от того места, где ремонтировали этих кораблей. Рельсы оставались, они, естественно, не железные, а как каменные. Куда спустились вот эти как раз корабли, и здесь даже и производили их. И вот та часть внутренняя в карфагенском пуническом периоде. И видите, здесь покрытие помещение, которое на самом деле говорят, что это по рассказам. Естественно, там ничего не осталось от этого. И насчет гаражей это утверждено, поскольку они когда увидели под... очень интересно, особенно дорогие, поскольку это не как древние гаптянцы, которые могли без, естественно, мумии и так далее. У вас еще минут 15. Экологический парк. Да. Есть местечко, которое называется Скола. Вот там просто от него осталось для такой организации. Называлась тогда Скола. Это организация оппозиционеров. В 5 веке нашей эры. Как раз тогда были оппозиционеры. Тоже оппозиционеры были. В 5 веке, да. В 2 веке это было как раз и привитовцам, так же представить. Хотя бы сейчас в Тунисе, в каждом городе есть специальное легализированное такое заведение. Легализированное государство, да? Так, посмотрим. В политическом периоде вот вся это помещение ее занимало кладбище. В то время, когда приехали, дорога, на которой перейдет сейчас же Каринская чистая дорога, просто ее чисто примонтировали. С той стороны находится резиденция нашего президента. Там видно кладбище. Под нами тут как будто построили камушки друг на друга. Вот такие типы захоронения были у этих людей. Набрали воду из тех больших цистерн, чтобы снабжать без этого, значит, до этой бани водой. Римская дорога.
канализационный люк, которого вы видите здесь. Канализационный люк, которого вы видите, это из римского периода. Просто наши чуть-чуть подремонтировали. Я так, сюда идем ты. Общественных бань, которые были построены не только на нашей территории, а во всем мире, почти в римском периоде. Это терма, называется терма Антонина Пия. Поскольку по приказу императора Антонина Пия стали построить общественные бани. Раньше были просто собственные бани в домах. Просто начиная с 2 века нашей эры, уже со 160 года, такого интересного, эта баня была построена в 168 году нашей эры. По приказу, как он сказал, Антонина Пия. Имела на 2 этажа, она занимает около 4000 метров квадратных. И представьте себе, она могла бы обслуживать одновременно около 8000 человек. Одновременно. И это в таком виде эти термы были. Значит, если бы сделать размер, разрез практически вот здесь. На фоне термальных бань. Вот прямо туда. До выхода. И автобус будет справа. Понятно. Да, общественные бани римские. Термальные. Смотри, какая грандиозная. Умели жить. Вот что было. Знаешь, такое ощущение, что будет дождь. Вы в курсе или нет, остановите на самом деле, когда были самые известные пираты. В основном они занимались пиратами. И среди них вот Барбарос, такой известный. Если опоздаете, надо снимать. Город Тунис. Итак, напротив гостиницы, которая называется «Националь». Гостиница «Националь», где мы будем...